В нескольких районах сектора Газа уже наступил голод, сообщили в ООН. Ситуация в зоне конфликта ухудшалась с наступлением холодов, и некоторые жители анклава живут на обочинах дорог и без доступа к продовольствию. А 300 тысяч человек проживают среди руин. Тем временем представители ООН выступили совместным призывом открыть маршруты для въезда грузовиков с гуманитарной помощью. В этом месяце только четверть конвоев достигли пункта назначения на севере региона.